том, что корейские бренды за последние годы здорово эволюционировали, нет никаких сомнений. Чрезвычайно яркий пример – минивэн Hyundai Starex, также известный как H1, которому вскоре придется сдать пост свежей модели Staria. Нынешний Starex представляет собой машину, скроенную по грузовым канонам. Однако Staria будет совсем другой. Свежий однообъемник создается максимально совершенным, чтобы бросить вызов фольксвагеновскому мультивену. Полноценная премьера состоится во втором квартале, поэтому сейчас Hyundai опубликовала лишь несколько ключевых фактов. Благодаря этому мы знаем, что минивэн сможет вмещать от 7 до 11 пассажиров. Кроме того, модель, адресованная большим семьям и корпоративным клиентам, предложит роскошную версию премиум. Она будет выделяться дорогой отделкой салона, а также немного иной внешностью. Hyundai Staria определенно заявится на российский рынок. А вот Шкоду Кушак мы не увидим точно, так как она заточена строго под вкусы индийской публики. Соответственно, ее длина на добрых 16 сантиметров меньше, чем габарит нашего Корока. Базовым мотором заявлена литровая турбо-тройка, с которой готовы работать механическая или автоматическая коробки. Публике побогаче адресует 1,5-литровый наддувный движок, а вместо классического автомата – преселективный робот. Привод только передний, но клиренс достаточный 19 сантиметров. В общем, в наших краях такой кроссовер вряд ли снискал бы достойную славу. И это подтверждает правильность фольксвагеновской стратегии «разным рынкам разные машины». И, кстати, про название. В данном случае Кушак – это вовсе не широкий пояс, а ни много ни мало – правитель. Или, если угодно, император. Во всяком случае, Шкода уверяет, что именно так звучит это слово на санскрите – древнем литературном языке Индии. Вообще, на родине Махатмы Ганди новинка должна стать главным хитом, поэтому чешская марка не поленилась довести уровень локализации аж до 95%. То есть концерн Volkswagen приложил массу усилий, дабы удивить рынок интересной ценой. Впрочем, демпинга не будет. В Индии паркетник на упрощенной версии платформы MQB будут продвигать почти как премиальный продукт. Так что не стоит удивляться списку опций, который включает вентилируемые кресла, 6 подушек безопасности и другие приятности.